данные, которые сейчас показывает нам оккупационное правительство, они совершенно не соответствуют действительности, особенно если мы говорим про уровень смертности. Потому что сейчас очень большое количество смертей от так называемой внегоспитальной пневмонии. И у людей, у которых якобы не нашли коронавирус, но все медработники прекрасно понимают, что это был коронавирус и ничто другое. Так, например, на прошлой неделе только в кругу моих знакомых умерло 3 человека, и все эти 3 человека были медицинскими работниками, и все умерли от двухсторонней пневмонии, и ни у кого не был диагностирован коронавирус. Поэтому мне кажется, что просто не хотят сейчас не хотели диагностировать, потому что не хватает мест уже в больницах, которые предназначены для лечения коронавируса. Поэтому людей просто отправляли домой, и они вот закончилось так, как закончилось.